Привет всем, вы на канале Рыбалка Зимон круглый год, меня зовут Димон, и в этом видео я поделюсь с вами одним секретом, как наловить ведро рыбы на зимней рыбалке, используя всего одну простейшую прикормку и две обычных насадки. Любая прикормка должна быть обязательно с ароматизатором, таким как чеснок. В моем случае это овсянка, пропитанная с чесноком. А в качестве двух насадок можно использовать, первое, это червяк и опарик. Или же второй вариант, червяк и репей, как в моем случае. Ловить лучше всего бутербродиком. Нацепляем и червячка, и опарика, или же червячка и репея. В этом случае, используя вот такой нехитрый бутерброд, самый простейший, и червяка и опарыша вы можете купить в рыболовном магазине, или червей можете накопать на трассе, репея насобирать на любом пустыре, повыколупливать. Клюет очень хорошо. Но при кормочке, которую мы используем на зимней рыбалке, обязательно должен быть ароматизатор и такой, как чесночок. То есть берем обычную сухую крупу, которая стоит рублей 20 в магазине, типа овсянки. Раздавливаем несколько долек чеснока, одну или две, или можно просто чеснокодавилкой раздавить. Складываем это все в целлофановый пакет, и у нас получается отличная прикормка. Чеснок, как и укроп, ароматизатор на зимней рыбалке хорошо работает. Очень хорошо. Они предназначены для холодного времени года. И при помощи вот двух простейших насадок и обычной простейшей, весьма бюджетной прикормки вы сможете наловить кучу рыбы. Ведро или два, или три. В этом случае я наловил ведро рыбы. Вы можете наловить больше. Размеры рыбы такие, которые есть под вами. Если есть куча мелочи, будет клевать куча мелочи. Если будет стоять крупняк, будет клевать крупняк. Тут уже, ребята, все зависит чисто от вас. Какое место вы выберете на реке, найдете, то клевать и будет. Но при помощи двух простейших насадок и при помощи обычной бюджетной прикормочки можно очень хорошо половить на зимней рыбалке и наловить кучу рыбы. Клюют все, что есть под вами. Обычный простейший бутерброд, который всегда показывал, в принципе, нехилый результат. А если еще взять червяка и опарика с чесноком, тогда можно вообще поймать целую, извините, чуть не тонну. Клев обалденнейший, проверено. Для тех, кто смотрит видеоролик в первый раз, на моем канале нет ни насадок, ни прикормок, таких, которые, знаете, бросил в лунку и всплылась вся рыба с водоема. Это обычные, простые, но при этом рабочие насадки и прикормки бюджетные, которые неплохо ловят рыбу на зимней рыбалке и которые показали отличнейший результат. И этим результатом, и этой работой я делюсь, друзья, с вами. Ловите рыбу, любую, ельчика, плотвичку, окуня, ну все, что хотите, то и ловите. Желаю вам, как говорится, удачных уловов, больших уловов, крупной рыбы. И на этом, друзья, я буду видеоролик этот заканчивать. Наловите ведро рыбы, используя простейшую насадку, точнее две штучки, такой как червячок и опарик, или же репей и червячок, и простейшую прикормку. Всем удачи и всем пока. С вами был я, Димон.